Антикоррупционная работа, которая ведется в Альметьевском районе, была проанализирована на заседании комиссии по противодействию коррупции в исполкоме района. По словам руководителя аппарата Совета Альметьевского муниципального района Розы Афлетоновой, под пристальным вниманием в первую очередь находятся муниципальные служащие. Граждане, которые претендуют на замещение должностей муниципальных служащих, должны представить справки об отсутствии судимости, а также не должны быть учредителями бизнес-структур. Прием на работу ведется на конкурсной основе. В прошлом году были рассмотрены кандидатуры 168 человек, 35 приняты на работу. В целях усиления работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровыми службами органов местного самоуправления ведется постоянно разъяснительная работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений среди муниципальных служащих. Проводятся проверки соблюдения муниципальными служащими граждан, претендующими на замещение должностей муниципальной службы. Прозрачность, качество и доступность предоставления государственных и муниципальных услуг – еще одна составляющая профилактики коррупции. В то же время это критерии оценки эффективности органов местного самоуправления. Как сообщила Роза Афлетонова, в настоящее время в районе предоставляется 107 государственных и муниципальных услуг 12 муниципальными учреждениями. За 11 месяцев 2018 года было оказано 140 тысяч услуг, что на 4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Наблюдается положительная тенденция в части предоставления услуг в электронном виде. Большой спектр услуг можно получить также через многофункциональный центр. За прошлый год им было оказано более 4000 услуг. Сегодня в многофункциональном центре представлено 70 видов услуг, и еще 32 запланировано ввести до конца 2019 года. Это услуги таких ведомств, как ЖКХ, Палата земельно-имущественных отношений, Управление архитектурой и градостроительства и другие. Основным критерием оценки качества услуг является срок исполнения, оперативность их предоставления. Если скорость предоставления муниципальных услуг окажется низкой или чрезмерно низкой, то это может привести к росту социального напряжения и проявления коррупции. В этих целях была внедрена система бережливого производства. В завершении встречи участники заседания приняли план работы комиссии по противодействию коррупции на 2019 год. Ангелина Хабибуллина, Альметьевск ТВ.